Вихрь, я так за тебя волновался. Надо выходить на связь. Все у тебя готово? Сейчас. 3 минуты осталось. Я пойду к дороге и буду страховать. Хорошо. Warte, Sau, Mensch, Elendes, ich werde jetzt schon aufhören. Wahnsinnig geworden. Wie können Sie eine vorschlagen? Ich bitte, dieses unerhörte Betragen entschuldigen zu wollen. Bitte nehmen Sie im Wagen Platz. Господин полковник просит извинения и приглашает вас в машину. Ей недавно исполнилось 19 лет. Да. Дикость какая-то. Живут люди. Любят друг друга, радуются солнцу. Все на одной земле живут. И недолго, в общем-то, живут. И вот поди, что тюрьму понастроили, пытают, убивают. 19 лет. 19 лет. Ты любишь ее? Аня в Абвере. Про тюремщика я узнал. Тюремщик сволочь. Но жадный. Нужны деньги, так работать он не будет. Сколько надо денег? 1020-25 злотых. Думаешь попробовать через него? Это очень рискованно. Конечно. Доведение. Панове. А ты с центром посоветовался? О чем? О встрече с Бергом. Ну, видишь ли, если они требуют моего возвращения обратно на Большую Землю, значит, не очень верят мне после гестапо. Значит, меня тоже? Ну, вообще-то они по-своему правы. Сейчас надо работать. Ну, а вернемся к своим. Будет время поговорить. Как фамилия переводчика? Фишер. Это такой... Ладно, разберемся. Поскорее бы. Может быть, через Седова?
Адрес. Ну, будем здоровы. Глядь на вас, собьешься. Вихрь. Ты заметил? Коль все время говорил, завтра эвакуация. Значит, послезавтра здесь будут наши. Вот и кончится все. Ты улетишь в Москву, а меня отправят на наш радиоцентр. Не увидимся мы с тобой больше никогда. Увидимся. Нет, я же знаю. Почему ты знаешь? Знаю. Вихрь. Алексей. А меня Женя. Очень просто может каждый с пулей встретиться однажды, а ведь жизнь у каждого одна. И шагать устали ноги, и мешают спать тревоги, и никак не кончится война. Неужели это будет? Тишину услышат люди. Ах, какая будет тишина? Будет необыкновенной, будет тише довоенной, в день, когда окончится война. Непременно это будет, тишину услышат люди, а пока с утра и до темна. Каждый день шагают ноги, каждый день гремят тревоги, каждый день война, война, война.